Здравствуйте! Прошу подписаться на канал, нажать кнопку подписаться и лайк. Так вы отблагодарите меня. Благодарю за просмотр. Так, Freedom Bank Казахстан. Слева нажимаем переводы. Вот там внизу международные переводы. Нажимаем отправить перевод Swift. Так, выбираем физический либо юридический. Да, счет списания тоже выбираем. Валюта в перевод, да, комиссия 0,3 от суммы, минимально 15 тысяч, максимально, да, 60 тысяч, да. Комиссионное вознаграждение третьих сторон оплачивается за счет бенефициара получателя денег. Так, здесь пишем Swift Bank, да, в интернете можно спокойно найти. Да, пишем счет получателя, IBAN, фамилия, имя, отчество, да, пишем страна. Выбираем страну, город, улицу, дом. Если банк предоставил корреспондент, то есть, если получатель, да, предоставил такую информацию, можно. Бить корреспондент, писать счет банка корреспондента. Так, КНП, да, для чего назначение платежа? Ну, например, перевод на лечение, перевод на образование, перевод долгосрочный вклад, погашение кредита, выдача прочих займ, финансовый лизинг, прочие займы, возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, приобретение продаж товара, платежи за недвижимость, находящуюся вне территории РК, покупку непроизведенных нефинансовых активов, возврат средств, прочие платежи по разделу 7, платежи за услугу воздушного транспорта, за услуги водного транспорта, за услуги железного транспорта, иного сухопутного транспорта, за услуги вспомогательного транспорта, за услуги хранения, складирования, за услугу строительных услуг, платежи по транспортным услугам, почтовые и курьерские услуги, платежи за услугу по ремонту товара, техническое обслуживание, страховая премия, прочие страховые премии, передача перестрахования, комиссионное вознаграждение по страхованию, перестрахованию, платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодом назначения платежа 842 и 843. Комиссионное вознаграждение за услуги интернет-банкинга. Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банка. Платежи за услуги по стрейдингу, по торговым сделкам. Платежи за компьютерные услуги. За услуги связи, за использование интеллектуальной собственности, юридические услуги, лизинг. Платежи за коммунальные услуги, за информационные услуги в области рекламы, изучения конъюнктуры рынка. За профессиональные научно-технические услуги, платежи за образовательные услуги, за медицинские услуги и за услуги сферы культуры и отдыха, поездки, за услуги по проживанию и питанию, возврат средств за непредоставленные услуги, прочие платежи по разделу 8, начисления, исчисления, иные обязательства в бюджет, пеневые обязательства в бюджет, штрафы за нарушение законодательства РК. Так, платежи за недвижимость, находящуюся на территории РК, покупка, выкуп акций, документы, подтверждающие участие в основном капитале, прочие платежи по разделу 6, покупка, выкуп акций, документы, подтверждающие участие в основном капитале, приобретение электронных денег, так, покупка государственных ценных бумаг со сроком погашения не более 1 года, выпущенных резидентом РК. Покупку ценных бумаг по срокам погашения более 1 года. Покупку прочих государственных ценных бумаг по срокам не более 1 года. Так, более 1 года. Прочие платежи по разделу 5. Покупку государственных ценных бумаг более 1 года. Покупку прочих негосударственных ценных бумаг, выпущенных резидентом РК. Алименты, прочие переводы по разделу 1. Мгновенные платежи и перевод 1. Единый совокупный платеж, членский взнос, гарантийный взнос. То есть выбирайте одну. Так, она автоматически меняется, да. Пишите комментарии, можно написать комментарии. Так, при оплате за товар, услугу укажите номер долга, инвойсы, счета, контракт и далее. Можно прикрепить, так, размер файла не должен превышать 10. Время обработки перевода 9 до 13. Пару времени осталось. Пишите сумму, нажимайте перевести и все. Ставьте лайк, я буду очень рад. Подпишитесь на канал.